Джеймс. Джеймс Бонд. Правильно говорить Бонд. Джеймс Бонд. А ты сказала наоборот. Вообще-то это был личный разговор. Боже мой, почему ты мне не сказал? Сказал. Кем ты работаешь? Я актер. Фу, без обид. Том Капур – знаменитый актер, а ты ноль без палочки. Обидно, но так и есть. Я на всю жизнь останусь пятном его сексуальной истории. О, Том! Ты сейчас чем-то занята? Что по настрою? А ну, успокойся. Ты не понимаешь. Ты меня опозоришь. Опозоришь. Это ж офигенно. Том, актеры не просто так встречаются с актерами, так проще. Можно ваше фото? Нет. Джесси? Не порти мне крутой момент с окном. Когда люди видят нас вместе, для них это как странная передача про зверей. Они видят лабрадора и ежа и думают, это странно, но ладно, им нравится. Ну и отлично. Никто так не думает. Ну, конечно, это же ты, блин, лабрадор. Ты самый сложный человек из всех, кого я знаю. Дорогуша, разве это не возмутительно? Ты переспала с кинозвездой и бросила его, как тарелку с объедками. Ну, приветики. Не уверена, что ты заметил, но ты просто до жути знаменит. Спасибо. Это не комплимент. Нет, не смей! Это как фанфик, только наяву. Но я не фанатка, так что... А кажется, все-таки фанатка. Его п... Ага, круто сказала. Ясно. Звездануться.